Добрый вечер. В эфире CBC специальный выпуск. Веду его и я, Михрибан Касумова. Гость специального выпуска – депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Алим, добрый вечер. Рада вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. Спасибо большое. Расим Алим, парад победы прошел вчера в Баку. Его значимость для всего Азербайджана, азербайджанского народа. И что мы продемонстрировали миру? Я думаю, что и меня, и я думаю, что каждого азербайджанца, и не только азербайджанца, потому что я был на связи и с русскими, украинцами, евреями, которые уехали из Азербайджана, но которые не прервали связи, они все смотрели. И, в общем, как говорят, слезы радости, потому что этот парад как бы подвел итоги и многолетним страданиям наших людей и моральному страданию тех, которые вынуждены были покинуть родные места, и моральные, тяжести, страдания от того, что мы так долго не могли решить вопрос о возвращении наших земель утраченных, и враг торжествует, там очень нагло себя вел, и гордость за нашу армию, которая вопреки всем, скажем таким, пренебрежительным, недоброжелательным оценкам, всех их посрамило, перечеркнуло и показало, что азербайджанский воин способен совершить невозможное. Потому что то, как была взята Шуша нашими воинами, я думаю, что очень многих и военных, и тех, которые занимаются специальными операциями, привело в изумление. Мы вправе гордиться нашей армией, мы вправе гордиться тем, что она за 44 дня совершила такой большой подвиг. Это наша общая победа. И я хочу сказать, что мне даже немножко, может быть, грустно от того, что, допустим, моя мама ушла из жизни, не увидев это. Я думаю, что очень многие люди ушли из жизни, не увидев вот этого торжества. Но я думаю, что их души тоже на небесах радуются вот этому успеху и большой победе Азербайджана. Несомненно, я думаю, что мир увидел мощь Азербайджана, сплоченность его народа и способность построить крепкое государство, которое и себя в состоянии защитить, и веское свое слово для безопасности и развития региона сказать. Еще один важный момент парада. Сначала хочется отметить, власти Армении сдержали свое слово, и их военная техника оказалась, все-таки дошла до Баку в качестве военных трофеев. Это не только власти. Мне приходилось, несколько, может быть, десятков раз встречаться с различными представителями Армении, неправительственные организации, политики, депутаты. И, в общем, когда доходило до каких-то вещей, выступать вот точно так же в эфире различных каналов, когда нагло заявлялось, что будет новая война, будут новые, тогда не обижайтесь, что будут новые захваты, а некоторые нагло заявляли, что армянские танки дойдут до Баку. Они дошли до Баку. Какой месседж теперь мы тем самым продемонстрировать эту военную технику, показали Армении, что мы ей доказали еще раз? И мы очень много этой техники, ведь в общем превратили в металлолом, который остался там. И я хочу сказать, что господин президент, перечисляя всю эту уничтоженную и захваченную технику, это примерно $3 миллиарда. Если принять во внимание, что армянский военный бюджет, где-то примерно $500-600 миллионов, если они всю ее будут тратить на перевооружение, и все равно им на это потребуется лет 5, а с учетом того, что новая техника стоит намного дороже, чем вот та, которая уничтожена, я думаю, что им на долгие годы придется забыть не только о военном каком-то балансе с Азербайджаном, но даже минимально необходимые силы для того, чтобы чувствовать, позволять себе опять хотя бы намеки на предыдущую наглость. Расим Алим, после того, как Азербайджан победил в этой войне, мы слышим ряд заявлений. И вот, например, Human Rights Watch наконец-то объективное, справедливое заявление сделали. Вооруженные силы Армении, не делая различий между военными и гражданскими целями, нанесли ракетные удары по Азербайджану. Наконец-то они это признали и дали должную оценку. Организация изучила спутниковые съемки, фото и видеоматериалы с места происшествия. Было установлено, что они совпадают по времени с атаками, которые были нанесены. О чем
это говорит? Мы своей победой, вот что доказали и этой международной организации, и всем другим, которые все эти годы молчали и не обращали внимания на то, что происходит в целом на оккупированных землях Азербайджана? Ну, я думаю, что это еще не точка, потому что Human Rights Watch подтвердил атаки ракетные по гражданским объектам. И, в общем, если посмотреть гражданских лиц на Нагорном Карабахе, погибло в два раза больше, хотя боевые действия шли именно там. И у них штабы находились в Ханкенде и в других городах. То есть они фактически использовали, не вывели свои вооруженные силы, штабы и все остальное находились в населенных пунктах и, в общем, в силу этого становились объектами поражения со стороны Азербайджана. Что же касается армянских атак, то это были действительно фактически, ну скажем так, военные преступления. Потому что они наносили ракетные удары по Генджи, который находился там чуть ли не в 100 километрах. Мингячал, Барда, значит, Тартар, можно сказать, полностью был разрушен. Фактически со стороны Армении совершены военные преступления. Я очень сожалею, что Human Rights Watch, ну, сквозь зубы вынуждена признавать факты, от них никуда невозможно деться. Там есть разрушения, которые пришли, были установлены, и там около 100 погибших гражданских лиц. Женщины, дети, старики, и закрыть на это глаза было невозможно. Но число военных преступлений, которые были совершены на территории Азербайджана, оно этим не исчерпывается. И я думаю, что мы будем показывать и разрушенный Ахдам, и стертая земля с лица земли Физули, и Джабраил, и все другие наши города. И то, как варварские армяне покидали нашу территорию, они в свое время нашим давали несколько часов, чтобы выйти, а мы им дали время в Кельбаджаре, и в Ахдаме, и в Лачине. Они не только увезли вплоть до унитазов с собой, они поджигали дома, которые им не принадлежали. Они вырубали леса, которые, ну, нанося экологический вред Азербайджану. И все это, я думаю, будет задокументировано, и им придется отвечать за это по суду. Непременно уже ведется работа в этом направлении, все это будет сделано, Армения будет выплачивать компенсацию. Еще вот момент: в документе Human Rights Watch отмечено, что правительство Армении должно провести всестороннее нейтральное расследование в связи с этими атаками вооруженных сил Армении. Разве это возможно? Ну, хорошо, хоть они об этом говорят, потому что когда опять будут пытаться, ну, скажем так, на лживые различного рода обвинения со стороны армян, пытаться предъявлять какие-то претензии к Азербайджану, я думаю, что мы будем показывать их собственные отчеты и говорить, а что вы сделали для того, чтобы привести в чувство армян? Если нет, то будьте добры, оставьте свои претензии до следующего раза, когда вы сможете добиться выполнения собственных рекомендаций со стороны Армении. Расим Али, мы сегодня в рамках предыдущих специальных выпусков обсуждали эту тему, заявлений антиазербайджанских, как всегда, со стороны проармянского депутата из России Константина Затулина. И вот сегодня он заявляет, что Москве следует вспомнить об обязательствах перед армянским народом, а не перед Арменией. О чем речь? Что Россия должна армянам? Я хочу сказать, что я знаком с Затулиным лично. Вообще-то он, конечно, очень бесстыдный человек, но он находится на прямом, скажем так, кормлении у армян. Он депутат от Сочи. Практически весь бизнес Сочи захвачен армянами. Они составляют 30% населения города Сочи. И, в общем, их очень много в правоохранительных, в административных органах управления Сочи. И он фактически, скажем так, на прямом кормлении и лоббист армян. Вот и все, что я могу сказать. У него не то, что, скажем, необъективный взгляд. Во многом мне кажется, что его слова и действия уже нисколько даже несут оттенок пользы для России. Ну, по-разному можно понимать пользу собственного государства. Они идут во вред России. И чем дальше, тем больше его коллег начинают это понимать и, в общем, дают ему, говорят это ему прямо в лицо. Поэтому слова Затулина не надо воспринимать не только как голос государственной какой-то России. Это даже не голос Российской Государственной Думы, и это даже не голос
комитета СНГ, в котором он как бы числится первым заместителем, но председатель этого комитета неоднократно говорил о том, что Затулин выражает личную точку зрения и никакого отношения точки зрения к деятельности комитета СНГ Госдумы России не имеет отношения. Угу. Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к Николу Пашиняну. И он задается вопросом, что вы делаете для того, чтобы остановить Азербайджана и Турцию от посягательств на территорию Армении? О чем речь? Разве Азербайджан предъявляет какие-то территориальные претензии, а будь то Армении или любой другой стране? Что он имеет в виду? Знаете, находясь далеко, в 3000 километрах от, скажем, место событий, или там 2000 километров, 2500 километров, очень легко быть смелым и выдвигать какие-то претензии. Но речь идет о том, что да, Азербайджан вышел на азербайджано-армянскую границу, которая была фактически, ну, не существовала уже 28 или там 27 лет. И там идет, да, Азербайджан по GPS устанавливает точную границу. И понятно, что очень многие территории там, они между собой, Армения, Карабах, особой разницы не делали. Фактически, де-факто, различными армянскими общинами, и не только общинами, но и, скажем так, бизнесом, они де-факто захватили, как захватили золотое месторождение золота и другие места. Азербайджанские пограничники приходят и в жесткой форме их оттуда выводят. И вот теперь Ара Абрамян оттуда из Москвы, значит, что вы сделали? А что ты делаешь? Кроме того, что фактически Ара Абрамян своими всеми действиями, все эти годы, он работал только на вражду, на сохранение оккупации. Я думаю, что в равной мере, как и Серж Саркисян, как и Роберт Кочарян, он их является подельником в том, что Армения оказалась в такой той ситуации, которая сегодня наблюдается. А говоря о судьбе Никола Пашиняна, эта тема активно обсуждается все последние дни на фоне акций, которые там проходят. Что думаете, уйдет, не уйдет, альтернатива есть? Я думаю, что в конечном итоге, скорее всего, может быть, даже этим летом, если будет напряжение увеличиваться, даже, может быть, весной, выборы в Армении пройдут. Но просто там сейчас противники... уже столкновения, людей арестовывают, да, есть идут, убитые. Но... Да. Да, но пока, по крайней мере, сегодня у армян, когда они видят, альтернативой является опять банда из Сержа Саркисяна, Роберта Кочаряна и тех людей, которые фактически в эту вражду затеяли, втянули ее в армян и довели вот такого, до такого состояния, что альтернатива Пашиняну являются вот эти преступники. Пашинян не преступник. Он глупости делал, но не преступник. А эти люди преступники, они убийцы. Они фактически, ну скажем так, грабители. Поэтому этих людей они во власть возвращения не хотят. У армян нет выбора. И Никол Пашинян говорит, что сохранить, взять, просто передать власть тем, которые до меня 28 лет фактически доводили Армению до нынешнего состояния, я не буду. И я думаю, что они сегодня рассматривают именно вопрос о том, чтобы на какое-то время назначить выборы, и тогда вот это давление, что да, вот народ, обратимся к народу. Да, у нас есть ошибки, у вас этих ошибок еще больше. И давайте будем говорить, как находить выход из этой ситуации. Я думаю, что это решение созревает, когда оно будет объявлено. И сможет ли это сбить страсти? Мне сказать сложно, но я просто знаю, что эта группа, она если не сможет методами давления добиться, я не исключаю, что там будут попытки террора. Потому что там и Дашнак Цун склонный к террору, там и Роберт Кочарян склонный к террору. Они неоднократно не только азербайджанцев убивали в Ходжалах и в других местах, они неоднократно использовали убийства для того, чтобы расчистить себе путь в политике или избавиться от каких-то конкурентов. Поэтому я думаю, что и Пашинян это очень хорошо знает, и его сторонники. Ну а дальше как получится. При всех случаях, пока я не думаю, что в Армении есть какое-то дееспособное правительство, и вряд ли оно еще долгое время еще оно будет формироваться, нам пока с ними разговаривать не о чем. Вот это я могу сказать точно, потому что неизвестно, тут собираются какие-то сопредседатели опять приезжать, что-то собираются предлагать. С кем нам разговаривать, о чем нам разговаривать, тем более разговаривать через полностью провалившихся посредников, я не вижу смысла. Но приедут, послушаем, что там будет.
Да, вы опередили, ответили на мой следующий вопрос. Тогда перейдем к следующему. Заявление прозвучало от армянского депутата касательно ситуации с армянскими военнопленными в Азербайджане. Мария Карапетян сказала о том, что в Азербайджане к военнопленным относятся очень хорошо. И это на фоне обвинения армянской стороны в адрес Баку, где утверждают обратное. Там пытались дезинформировать мировое сообщество, что якобы это не так. Так вот, после заявления Карапетян, естественно, в ее адрес посыпались оскорбления, обвинения. Ваш комментарий по этой ситуации? Ну, я думаю, что тут даже не нужен комментарий. Их надо хорошенько отмыть, дать им свежевыстиранную одежду, покормить, снять все это дело и показать, что вот армянские солдаты, и вот так к ним в Азербайджане относятся. Их это не так уж много. Я думаю, что это надо обязательно сделать, и это будет самый лучший ответ нашим недоброжелателям, как в Армении, так и их пособникам, вот, которые про Азербайджан пытаются различную хулу, значит, тиражировать, и для них будет тоже хорошим ответом. Расим Алим, а почему все-таки армянская сторона затягивает процесс обмена по принципу всех на всех? Знаете, они там некоторые, они хотели, значит, Шахбаза и Дильгама, тех, которых вот двое наших азербайджанцев, которые были захвачены в свое время в Кербаджаре, когда они посещали могилы своих родителей, для них как террористов объявляли, им там сроки большие дали, они их не собирались возвращать. Но теперь поняли, что деваться им некуда, потому что количество военнопленных в Азербайджане, ну, может быть, в 10 раз больше, чем их у армии. Они понимают, что или все на всех, и тогда надо и этих отдавать, или же тогда вот 10 на 10, остальные будут сидеть. В конце концов, мы, в отличие от Армении, мы всех военнопленных можем объявить и военными преступниками. Потому что без объявления войны люди на азербайджанской земле совершали военные преступления. Эта война была с их стороны незаконна. Они все могут быть объявлены преступниками и быть осуждены. Поэтому при всех случаях обмен всех на всех, но они еще и там двух каких-то, которые они считают сирийцам, это туркмены, это наши единокровные братья. Если они действительно, кто-то из них там сражался или еще что-то там находился в плену, мы всех до единого людей, которые находятся в руках у армян, требуем, и пока Армения не согласится это осуществить, обмен пленных не произойдет. Ну, до этого мы, в общем, сказали, что в конце концов военнопленные живы, они находятся, в общем, более-менее нормальных условиях. Те, которые требуются им медицинская помощь, им эта помощь оказывается. Сегодня первая задача – это, конечно же, это без вести пропавших. Очень многие уже там снег, какие-то трупы уже занесены снегом. Нужно найти и вывести все трупы, потому что это там леса, там животные, там, в общем, могут быть, ну, некоторых людей потом просто не найдут, потому что... Понятно, но это природа, все там может быть, животные, дикие и прочее. Поэтому это надо в первую очередь сделать, этим делом заниматься. Я уверен, что и пленными их всех живыми и здоровыми обменяют. Так получается, что армянская сторона превратила этот вопрос в вопрос торга, да? Насколько это уместно? Я не думаю, это не, я еще раз говорю, это рабочие вопросы, Грибан. Рабочие вопросы, я думаю, что у нас есть, в принципе, такая возможность, что Красный Крест очень большой здесь сделал представительство. Да. Ну, если в Азербайджане, в Армении сейчас непосредственно, значит, в зоне боев работает. С ними активно сотрудничают и российские миротворцы. Поэтому я думаю, что эти все вопросы находятся на контроле и в рабочем порядке будут решены. Ну, а то, что касается людей, которые будут стараться на различных темах спекулировать, причем обратите внимание, в Азербайджане на все эти темы никто не спекулирует. Это спекулирует в Армении. Понятно, что горечь поражения, понятно, что там есть политические противники. Они будут использовать любую возможность для того, чтобы вот такого рода темы бросать в оборот. Я думаю, что чем лучше на практической стороне вопроса как бы замкнуться, так будет лучше для всех, для обеих сторон. И подводя все-таки итоги, не говорю о постконфликтном периоде, итоги Второй Карабахской войны, пункты трехстороннего заявления исполняются, но есть попытки извне на них повлиять. Мы наблюдали резолюции рекомендательного характера о признании так называемой независимости Карабаха во Франции, в Нидерландах. Сенат Канады, знаем, что отверг эту резолюцию большинством голосов. И все-таки, чего они добиваются? Какую роль они могут сыграть на Южном Кавказе? Почему вдруг озадачились?
Ну, дело в том, что, допустим, Франция, она считает себя, что она оказалась вне игры. И вот подобного рода жестами, действиями думает, что опять она сможет в эту игру политическую вернуться, хотя нам не до игры. Мы занимались реальными вопросами восстановления территориальной целостности. К вопросам безопасности, Франция как бы издалека пытается здесь каким-то образом что-то какой-то для себя, значит, геополитический приварок добыть. Но тут есть реальные государства, которые соприкасаются с регионом. Турция, Россия без всяких французских здесь, значит, фокусов конкретно занималась и решала вопрос. Ну, я еще раз говорю, ну, будут где-то какие-то резолюции, бумажки. Ну, если резолюции Совета Безопасности 4 года оставались неисполненными, оставались неисполнены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ну, две резолюции, и это длилось 30 лет, какие-то бумажонки, которые принимают и у которых нет никакой юридической силы в Сенате или там в Палате Национальном Собрании Франции или еще где-то, вряд ли будут иметь хоть сколько-нибудь значения. Оно может играть роль, но только как отягощающий фактор, как в попытках улучшить отношения межгосударственные Азербайджана и Франции, так и попытки в какой-то степени, хоть в политическом процессе, французам участвовать. Во всяком случае, и азербайджанское общественное мнение, и государство считают, что с той позиции, которую занял парламент Франции, полагать, что им найдется место в диалоге, я уже не говорю о каком-то посредничестве, в диалоге по вопросам постконфликтного урегулирования, вряд ли для них там найдется место. Спасибо вам большое за участие в нашем специальном выпуске. Напоминаю... Спасибо тебе, Михаил Иванович. Рад Спасибо, был взаимно. Напоминаю, в эфире CBC был специальный выпуск. Гость специального выпуска – депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Оставайтесь на CBC и до встречи.